Глава Камчатки Владимир Солдов инициировал упрощение процедуры ветеринарного контроля рыбной продукции. Это облегчит предприятиям задачу по выходу на новые рынки в условиях санкционного давления. Вопрос был рассмотрен на совещании по вопросам деятельности рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока под председательством полпреда Юрия Трутнева. Дело в том, что выход на новые рынки, определение новых позиций в номенклатуре продукции, а также получение необходимой ветеринарно-санитарной документации не урегулировано по срокам, а зачастую занимает несколько месяцев. В текущей ситуации, когда все рыбаки озабочены поиском новых рынков сбыта и новых логистических цепочек, это просто неприемлемо. Юрий Петрович Трутнев дал конкретные поручения по упрощению этих процедур. Именно такой подход применяется правительством Российской Федерации в текущей ситуации, осложненной введением экономических санкций. Проблема получения ветеринарно-сопроводительной документации на выпускаемую продукцию особенно остро ощущается в период массового хода лососей. При этом практически все районы вылова, где ведется промысел, официально признаются безопасными. Все предприятия сертифицированы Россельхознадзором, а продукция документируется в системе «Меркурий». Информационное агентство «Камчатка».